Да, воды много. Лето было сухое. Но и намочило. Даже в салон затекает. Так, всю дорогу. На первое иногда, на второе. Но на третий, если раньше можно было, году в 2003-м проехать какой-то участок, то сейчас тут разве что вот здесь под горку. Так, нет. Тут справа кварцевая жила. Сейчас на нее сначала надо сходить. Вот это кварцевая жила. Перед Семенихой уже. Ну, неплохие друзки кварцы. Встречались. Работать надо. Вот и все. Ладно, посмотрю немножко.